А ты в порядке? Нет! Ты меня до смерти напугал! Нет! Ты оставайся там! А я поднимусь! Постараюсь! Итак, куда дальше? Кажется, туда я не заглядывал. За тем проходом. А здесь? Как бы обойти эти ворота? Долбаные споры. Твою мать! Yeah.
Ну вот и все. Главное, Элли. Начали. Так, отлично. Супер. Тебя не покусали? Нет, пока. А тебя? Пока нет. Ладно, разделяемся и идем дальше. Вдруг какого урода не заметили? Thank you.
начнем! Как я ему мозги вышибла, а? Да, это точно. Тошнит. Я ведь просил тебя, не лезь. Сам же рад, что полезла. Хорошо, хоть башку мне не прострелила, соплячка чертова. Знаешь что, Джоэл? Сказал бы Элли, я знаю, что тебе нелегко, но ты справилась. Ты спасла мне жизнь. Неужели это так трудно, Джоэл? Надо идти дальше. Так идем. Лучше побудь здесь. Не вопрос. С места не двинусь. Мы должны выбраться отсюда. Найти мост. Главное понять, как. Ай, как же достало. Ух ты, зацени! Похоже, та дверь ведет наружу. Ты не видишь пути наверх? Не-а. Может, с этой штуки можно залезть? Взяли. Черт, тяжеленная штуковина. Как насчет помочь? Думаешь, можно мне это доверить? Элли. Ну, жми. Я жму. Сильнее. Так лучше? Пошли. Ah.
Черт. Сюда, прыгнись. Значит так, я сейчас спрыгну и расчищу нам путь. А как же я? Сиди здесь. Но это же тупо! У нас больше шансов, если я помогу. Поможешь. Я понял, что стрелять тебе не впервой. С винтовкой справишься? Ну, из винтовки я уже стреляла. Только по крысам. Крысам? Пневматика. Короче, общий смысл тот же. Вскидывай. Теперь упрись как следует в приклад. Отдача тут гораздо круче, чем у любой пневматики. Угу. Оттяни затвор. Держи вот здесь. Тяни. Вот так. Как выстрелишь, тут же загоняй еще один патрон. Послушай меня. Если я опять влипну, бей так, чтоб наповал. Ясно? Я поняла. Ну ладно. И знаешь, насчет того раза. Спасибо, что спасла мне жизнь. На здоровье. Ну не засранец, а? Если уж ты тыришь, то прикинь сначала, успеешь ли слинять. Ну я бы... Какие трупы? Всех перебили нахрен! Чего вопишь-то? Отдышись! Кого убили? Весь отряд. 76 парней. Какой-то гребаный турист. Всех до единого. Черт. Боссу доложил? Да. Он сказал оставаться на местах, следить за воротами. Все слышали приказ? Вот здесь! Молодец, так держать. Недурно. Ищите, пока не ушел. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok.
цепью! Ты заплатишь! Продолжай в том же духе. Все, спускайтесь. Ну, как я? Вот, возьми. Тебе по размеру. На самый крайний случай. Ага. Он на предохранителе. Умеешь снимать с предохранителя? Умею. Ладно, только помни, это не игрушка. Ты должна... Джой, я понимаю. Ладно.